Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Blackview A90, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве перейти в безопасный режим. Для этого мы зажимаем кнопочку питания и далее зажимаем выключить. И нам предлагают перейти в безопасный режим, нажимаем ОК и ждем, когда устройство перезагрузится. И таким образом мы перешли в безопасный режим. Здесь у нас не будут нам доступны некоторые приложения, но это абсолютно нормально, потому что таким образом вы можете проверить свое устройство на работу своего устройства на какие-то ошибки, возможно. И для того, чтобы выйти из безопасного режима, нам нужно просто перезагрузить наше устройство. И таким образом мы вышли из безопасного режима. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.